Если вашу партию зарегистрируют, чего вы будете добиваться? Ну, в первую очередь, поскольку мы оппозиционная партия парламентского толка, политическая партия, любая партия, она создается для того, чтобы прийти к власти. Это, в общем-то, общеизвестная истина. И когда вот кого-то обвиняют, упрекают в том, что они хотят прийти во власть, они такие-сякие, это просто безграмотность политическая. Любая партия политическая создается для того, чтобы прийти к власти. И мы тоже ставим эту задачу, но это будем делать через парламент, понятно. Обязательно пройти в парламент и уже через парламентскую деятельность вот, добиваться своих целей и задач. Вот. И чтобы наша партия уже проявила себя на практике в парламенте конкретно в качестве дееспособной партии, а мы в этом убеждены, потому что сейчас в наших рядах люди, которые давно уже во многих отношениях испытаны вот нынешним режимом, повидали, так сказать, очень многое и преследований, и репрессий, что присуще диктаторскому режиму. Во-вторых, мы хотим, чтобы, добившись прихода к власти, привлечь к ответственности этот режим во главе с Назарбаевым, Токаевым, чтобы они были ответственны за то, что они за эти годы диктатуры совершили, разные преступления, беззакония, репрессии и так далее, и в том числе ограбление страны, народа. И это очень важно. Для успешной реализации планов партии «Алга Казахстан» нам необходима ваша финансовая поддержка. Для того, чтобы мы могли открыть филиалы в каждом регионе страны, чтобы могли купить оргтехнику для создания агитационного материала, и ваш небольшой вклад приблизит день рождения нового, процветающего и свободного Казахстана.